Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета поручил регионам создать цифровые платформы обратной связи с населением. В ряде субъектов такая система уже внедрена. Например, в Ненецком округе эту функцию несет платформа «Народный контроль». Она запущена и действует с 2017 года, а в прошлом году появилось мобильное приложение для более оперативной работы. Подробнее о том, как работает «Народный контроль» в Ненецком округе, в нашем материале. Платформа «Народный контроль» в Ненецком округе действует уже третий год. Многие успели оценить ее по достоинству. Только в январе сюда обратилось более 100 человек. Вопросы самые разнообразные – от жалоб на коммунальщиков до социальных вопросов и глобальных проектов. Для более оперативной работы создано мобильное приложение. Оно в данный момент доступно для Android и для iOS. В принципе, для всех телефонов подходит. И достаточно удобно в пользовании. Допустим, сейчас мы хотим отправить в сообщение на народный контроль с данным объектом, предметом, так скажем. Открываем, соответственно, мобильное приложение. Оно автоматически определяет нашу геолокацию. В открывшемся окне приложения можно оставить описание проблемы, сделать фотографию, прикрепить ее. После чего данное сообщение отправляется на рассмотрение модератора народного контроля. Они его обрабатывают и направляют на ответственное ведомство. По поручению Александра Цибульского сроки ответов актуализировали. Теперь они будут зависеть от характера обращения. Ответы на вопросы, касающиеся жизни и здоровья граждан, должны быть получены в течение 1-2 дней. На остальные обращения в течение 5. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить круг исполнителей. Мы заключаем соглашение с управляющими компаниями. Органы государственной власти уже там находятся, работают. И органы местного управления. Сейчас мы подключаем управляющие компании, как те структуры, которые первыми между населением и властью находятся, это, конечно, управляшки. И наибольшие вопросы, которые система народа, которые обрабатывают, это как раз связано с теми вопросами, которые управляющие компании закрывают. Платформа «Народный контроль» – это своего рода одно окно, в которое любой житель региона может обратиться со своей проблемой, минуя рутину и извилистый путь от одного ведомства к другому в ее решении. Это удобно. Не надо задумываться, кто это – управляющая компания, городская администрация, органы власти, куда департамент это делает. Написал обращение и 100% гарантировал, что он попадет именно туда, кто ответственен за решение этого вопроса. Это 100% будет исполнено. В том плане, что попадет исполнителю. Другое дело, что мы сейчас работаем над тем, чтобы выстроить механизмы реального исполнения этого обращения. С начала этого года в народный контроль уже обратилось порядка 100 человек. В прошлом году платформой воспользовались почти 1800 человек. Чаще всего обращения граждан касаются некачественной уборки дорог и других коммунальных проблем. Ольга Русул, Владислав Ткачев, телеканал «Север».